Молодежь Атибастуза против наркотиков. Под таким девизом проходит серия спортивных соревнований, организованных общественным объединением «Атибастузский союз ветеранов Афганистана». Студенты ЕИТИ и колледжей города приняли участие в турнире по волейболу. Атибастузская наша молодежь против наркотиков, за здоровый образ жизни. Но вот основная наша задача – это патриотическое воспитание молодежи. Это мы сейчас, с весны, до 15 февраля мы начинали многоборье, начали со школ, потом в апреле месяце мы начинали многоборье среди высших учебных заведений и колледжей. И вот сегодня приуроченное 35-летие вывода Советского Союза из Афганистана и 100-летие Кахарманы Нурмагомедова Сагадата. И 100-летие Кошкарбаева впереди баскетбол и Тоғызқұмалақ национальная игра. Вот, думаю, в этом месте вот и все мероприятия закончат. И на следующий год мы опять же подготавливаем уже также с высшими учебными заведениями и колледжами, также еще со школами будем проводить все мероприятия. Ну, там мероприятия сейчас мы сейчас до Нового года постараемся распланировать, именно какие. Так, участвует 6 команд, это ИИТИ, Институт имени Хана Шиматовича Сатпаева, и 5 команд, это колледжи наши. В результате напряженной и захватывающей борьбы победу в турнире одержала команда ЕКИТИ имени Сатпаева. На втором месте волейболисты Высшего Атибастузского колледжа Инновационного Евразийского университета. На третьем – спортсмены медицинского колледжа. Победители турнира награждены кубками и медалями. Играть в волейбол я начал в этом году. Этот вид спорта мне очень нравится. Турнир получился интересным, соперники были сильными. И, конечно, мы очень рады, что одержали победу.